вот линия электропередач, но уже совсем мало на камере батареек, и она уже была выключившись раньше. Ходили по малине в детстве, а теперь вроде бы тут где-то надо поискать есть. Они тут, так по идее, слышно бывает, как они гудят. Там ионизация воздуха происходит. Но, насколько я понимаю, это трех фазы идут. Все поглядывать приходится на камеру, или она не выключена.